коридорах Брестского областного эндокринологического диспансера пусто не бывает никогда. Кто-то приходит на первичный осмотр, кто-то на УЗИ или чтобы сдать анализ на содержание гормонов в крови. На диспансерном учете состоят более 88 тысяч пациентов, в том числе 12 тысяч детей. Статистика йододефицитных заболеваний уменьшается. Во многом благодаря проводимой в Беларуси массовой йодной профилактической кампании. Мозырский солевыворочный комбинат производит соль, которая, со слов медиков, должна быть в каждой семье. Эта соль самая качественная в мире, в принципе, потому что очень мелкий помол этой соли позволяет сохраняться йодиду калия в соли. И эта соль должна быть в каждой семье. Единственное правило – это четко следить за сроком годности этой соли, потому что срок годности у этой соли 6 месяцев. Соль должна храниться, естественно, в какой-то герметичной таре. И солить пищу нужно тогда, когда она уже готова. Самое распространенное заболевание щитовидной железы – аутоиммунный тиреоидит. Им чаще болеют женщины. Основные причины болезни щитовидной железы – наследственность, плохая экология, неправильное питание, дефицит йода, инфекционные и вирусные заболевания. В прошлом году брестские медики выявили рекордное количество пациентов с раком щитовидки – 342 случая. Заболевания щитовидной железы, они достаточно хорошо подвергаются лечению. Практически все болезни щитовидной железы лечатся, в том числе и онкологические. Важно, чтобы пациент регулярно посещал врача, вовремя производились исследования гормональные, вовремя контролировался темп роста узловых образований щитовидной железы. И я хочу сказать, что образованность врачей ультразвуковой диагностики, эндокринологов растет с каждым годом. И отчасти из-за этого улучшилась диагностика, в том числе рака щитовидной железы. Практически все регионы Брестской области оснащены лабораториями, способными проводить исследования на гормоны. Это значит, что медики могут вовремя определить необходимость терапии. Главное, подчеркивают специалисты, не забывать ежегодно обследоваться у эндокринолога.